Всем, ребята, привет! Сегодня я приехал вот на такой вот пляжик. Ни с кем я не договаривался, что я сюда приеду. Вот. Хотел я, в принципе, в ту область подъехать, но увидел вот такой вот, ребята, аппарат. Если вы узнаете, смотрите мои видео, вы узнаете, кто это. Здесь товарищ Камрад подъехал. И вот такая вот неожиданная сейчас будет встреча. Я к нему сейчас подойду, посмотрю, что как, что почему. В принципе, этот пляжик я хотел оставить на завтра, а сегодня я хотел туда продернуть подальше. Ну, не знаю, посмотрим, что у нас здесь сейчас будет. Ладно, смотрите, интересно, я думаю, будет. Немного идет моросит дождь, но нам не помеха. Итак, ребята, еще я своего товарища, не знаю, он, наверное, судя по следам, которые идут от лопат, прошел куда-то вон туда, там есть платный пляж, и вот он, наверное, туда ушел. И, ребята, у меня находка первая. Вот такая вот. Вот такая вот вещица. Это, наверное, от женских джинсов декоративная хреновина. Ну ладно, возьму ее. Это для отчетности. Вот такая красивая штучка попалась. Ладно, продолжаем идти в ту сторону. Может, найду встречу Камрада. Смотрим. Первый пятачок. До этого я, наверное, штук 10, наверное, еще поднял маленького размера монеты. Но повторюсь еще раз. Маленького размера монеты и маленького номинала я не буду снимать. А все, что больше 5 рублевых, буду снимать. Ладно, товарища я пока не вижу. Ну, в принципе, я здесь вот пока по пляжу похожу, не пойду я к нему навстречу. Потом, я так понимаю, все равно мы здесь встретимся. Так что продолжаю ходить по этому песочку. Место, конечно, выбито. Не то, что в прошлом раз я здесь ходил. Очень много монет поднял. Сейчас, не знаю, посмотрим, сколько будет. Ну, сейчас, наверное, штук 15 я уже поднял. Вот. Так что смотрим дальше. Хожу я, ребята, специально возле турников. Вот, знаю, что здесь крутится. И из карманов монеты вываливаются. Вот совсем свежая монета. 5-рублевая. 98-го года. Ладно. Продолжаем. Вон еще маленькие турнички. Там тоже ребятишки швыряются. У них тоже монетки. Ладно, смотрим. Я все возле этого турничка. В звании очень много сигналов. И вот очередная, ребят, большая монета. 5-рублевая. До этого я еще парочку поднял. Это у нас 97-го. Вот он, пятачок. Нашелся. Очередной у меня пятачок. Ну, пятачок, смотрите, в зеленой патине. Так, год у нас какой? 97-й год. Пятачок. Вот от него зеленая патина. Еще нашел, ребята, ключик. Ключик. Если кто-то свой ключик узнал, могу вернуть. Вот такой ключик. Почему я про него говорю? Потому что ключик, в принципе, от дорогого замка. Может, кто-нибудь как-нибудь не может попасть. Так что, ребята, могу вернуть. Ладно, продолжаем. Поднял я вот такую вот фиговину. В очень сильном таком зеленом налете. Не знаю, может, это краска или что, хотя вряд ли. И вот такая вот фигня. А видно то, что я вот потер. Это, по-моему, медь. Не знаю, может, от спортивного костюма, а может и на цепочке носилась на шее. Не знаю, после тщательного чистки будет видно, что это такое. Вот такая вот, ребята, безделушка. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, встретил я своих, наконец, комрадов. Ковырялся я здесь вот на пятачке. И вот, наконец-то, они подошли. И вот, ребят, смотрите, какие у него находки. Сначала по мелочи, но столько мелочи у меня уже. Вот такая вот безделушечка с камушком. И вот интересный, ребят, крестик. Проба есть, что серебро. А сам Иисус, я так понимаю, наверное, золотой. Красивый крестик симпатичный. Сам дизайн, то, что на белом, желтый. Вот такой серебряный крестик детский. Тоже зачетная находка, красивый.
Вот такой вот, ребята, крестик серебряный тоже. Тоже хорошая находочка. И обычный крестик алюминиевый. Ничего особенного. Ну вот такие вот, ребят, находочки, я думаю, весьма-весьма зачетные. Что? Можно лайк ему ставить, пальцы вверх. Ладно, ребят, я еще покопаю, наверное, до темна. Посмотрим, что у меня выйдет. Ну вот, с мелочи, конечно, у них что-то... Может, они вообще ее не собирают, нахрен она им нужна. Но у меня катушка звенит, блин. Хрен знает сколько, я уже, наверное, штук 40 поднял. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, очередная монетка у меня. Но для... Сразу могу сказать, что это пятачок, раз снимаю. Пятачок 1998-го. Свежих пятачков совсем нету. 98-й, 97-й попадается. Ну ладно, продолжаем. Итак, нашел вот верховую монету. Вот она лежит. Вот, вижу. А что? А монета по гурту. И вот смотрите. Прибор вообще не показывает, не реагирует. Ставлю на все металлы. На всех металлах показывает, а на этом нет. Почему? Интересно. Сколько я монет уже поднял? А это вообще не сигналит. 2 рубля. 2009 года. Почему вообще не реагирует? Интересно. Кто знает, подскажите. Я сколько монет поднял, уже, наверное, не один десяток здесь. А это вообще почему-то не сигналит. Очень подозрительно. Ладно, продолжаю. Очередная, ребят, находка. Это у нас пятачок. 5 рублей. Наверное, 98-го. Я был прав. 98-го года. Ладно. Продолжаем. Находки идут. Сигналы есть. Смотрим. Итак, ребят, зачем металлоискатель, если монеты вот так вот у нас на пляже лежат? Ну, так вот и можно и без металлоискателя ходить по пляжику. Ну, это ходячка, ничего особенного. Заснял то, что бывают монеты и на поверхности. Ладно. Итак, ребята, перешел я вот на такой вот пляжик. По этому пляжу сейчас ходили два комрада, Андрюха знакомый, и познакомились с Диманом. Вот. Ну, что я вам хочу сказать. Хорошо они здесь выбили место. Сигналов практически нет. Выцепил я, наверное, здесь всего-навсего, наверное, около 10 монет. Но монеты все такого маленького размера. Вот, копейки были советские. Вот, 10-копеечные, пару рублей. В общем, хорошо они место выбили. Вот, так что здесь после них делать нечего. Буду, наверное, возвращаться на обычный пляж. Вот вон туда вон. Ну и поближе к машине пойду. До машины дойду и, наверное, в путь дорогу отправлюсь. Ладно, находки будет, покажу. А так, смотрите, какая у нас здесь красота. Это у нас железнодорожный мост. А вон там у нас карьер. Вон они, карьерные вышки. Вот. В принципе, очередное красивое место. Вот в таких красивых местах-то я и живу. Ладно, смотрим, находки будет, покажу. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков.
находка, но вот такого вот плана. Я не знаю, может это заклепка или что-то в этом роде. Но здесь изображен череп. Интересная вещица, не знаю, к чему бы это мне попалась такая находка. Ну ладно, надеюсь, я не суеверный. Это не какая-нибудь примета. Вот такая вот, ребят, вещица. Ладно, двигаюсь я вон к машине. Вон она стоит, вон там вон. Так что до нее и домой. Ладно, продолжаю. Итак, ребят, закончу я, наверное, сегодня свой коп. А в принципе, с находками у меня не густо. Вот, сегодня у меня серебра, золота нет, к сожалению. Но не всегда коту масленица. Но все равно, ребята, сейчас я вам покажу то, что я накопал сегодня. Накопал, в принципе, я сегодня вот из такого вот разряда. Вот столько вот монет. Все монеты, ребята, ходячки. Несколько были советиков. Сейчас, к сожалению, найти вам не могу. Ну, тут копеечка была, ходячка, там две копеечки, что-то в этом роде. Вот, по-моему, копеечка. Год у нас, ребята, я даже сейчас не скажу, потому что в песочке она. Ну, не столь важно. Вот, такую вот безделушечку нашел интересную. Вот, и вот такую вот. Ну, это ничего такого, ребята, особенного. А монеты обычные, ничего. Это ходячка. Есть монеты, которые, в принципе, свежие. В этом году потерянные. Но все равно. Я не знаю, сколько здесь, ребята, монет. Но примерно на булочку хлеба хватит. Но мы не ради наживы ходим. Вот, а ради удовольствия. Встретился я с ребятами. Вы сами видели. А у них находки получше, потому что они с утра копали. Ну, в принципе, я думаю, у меня тоже находок. Как вам сказать? Да ничего я не могу сказать. Находки обычные, ничего особенного. Обычные находки. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ну и хороших вам сигналов под катушку. Все, пока, удачи.